Так, друзья, всем привет! Вот очередная посылка с AliExpress. Пришел тропический душ за 3 с чем-то тысячи рублей. Значит, такая вот у него упаковка. Открываем. 40 на 40 сантиметров. Переходник папа-папа под пол четверти. Так, ну и вот здесь, собственно, сам душ. Сейчас я его открою. Так, значит, смотрите, ну вот он, вот такой красивый, блестит. Значит, я его подключал только что к крану, светодиоды у него горят где-то вот здесь по центру, все прекрасно, воду он подсвечивает. Значит, по вот этой штуке здесь находится мини-электростанция, прям в ней, вот она пластмассовая, которая дает вам, которая поджигает светодиоды. Вот она вот так выглядит. Вот это вот пластмассовая хрень. Она держится на проводках. Не хочу ее, ладно, доставать. 4 проводка к ней подходят. Это и есть мини-электростанция. Внутри крутится, я так понимаю, какой-то ротор. От потока воды раскручивает и дает электричество. Так, с этим ясно. Ну и комплектация. Собственно, шарнирное соединение и все. Которое вот сюда вот вкручивается и создает поворотную поворотный шарнир. Вот он. Довольно плотненько. Ну а вот этим краем вы вкручиваете себе в непосредственно уже в монтаж на потолке. У меня там стоит мама, поэтому я буду использовать этот переходник. Ну, у кого-то стоит папа, тому не надо его использовать. Так, ну в принципе все. Вот такой вот обзор. Эта часть, которая будет к потолку, ее видеть-то вы не будете. Основная часть — это вот это. Вот. Шикарно, прекрасно. Сильно. Все, всем спасибо. Покупайте. Ссылка внизу в описании. Подписывайтесь на канал. Всем пока.